Даду-79 представляет. Как относится к русским в Баку? Относится очень хорошо. И я сама живу в Баку с августа 2021 года. И ко мне ни один азербайджанец не подошел и не сказал какое-нибудь некрасивое слово в мой адрес. Ни один. Заметьте так-то. Вот. Вообще русских здесь очень любят. Ну, уважают, обожают, очень хорошо относятся. Вообще бакинцы очень доброжелательные люди. То есть я вообще такого не замечала. Ну, улыбчивые, веселые. Если что-то у вас произойдет, они вам обязательно помогут и никогда не отвернутся, не уйдут и не пройдут. Вот. У меня были два таких случая. В общем, первый случай. Мы пошли за продуктами в большой магазин. Купили очень много продуктов. И, в общем, была очередь, и сзади меня стояла девушка. Я ее не знаю, она тоже не знает. И я хотела сделать доставку, чтобы мне из магазина доставили продукты домой. Но у них что-то не было этой доставки. Вот. И девушка так за меня переживала, как мы с этими пакетами доберемся до дома. И говорит мне: давайте я вам такси вызову. Не переживайте, давайте я вызову, и он вам все довезет, и все-все-все. Представляете? И я такая думаю: вот здорово. Ну вот если бы такая ситуация случилась в России, да, я бы, мне кажется, там бы, наверное, мне по-другому ответили. Но уж точно такси бы меня не вызвали, да, может, еще куда-нибудь послали далеко и надолго. То есть это, конечно, вообще, я была в шоке. А муж сказал мне: ты просто отвыкла от такого отношения. Вот живешь в Баку, вот привыкай к такому отношению. Ну, вообще. Потом еще был тоже случай. Значит, мы ходили в лавочку сладкую и покупали пахлаву. И пока нам девушка собирала наборы, у меня сын очень захотел покушать. И она услышала, что он кушать хочет. И говорит, ну, спрашивает его: ты что, кушать хочешь? Он такой: да, хочу кушать. И она, представляете, достает ему блинчик с мясом и отдает. У меня у ребенка вот такие вот глаза, да, значит, да. И это. Я говорю: деньги сколько стоят? Я заплачу. Она: вы что, не надо никаких денег, пусть малыш кушает. То есть вот так вот. И у меня ребенок всю дорогу шел, ел этот блин и говорил: мам, хоть блин и холодный, но он очень вкусный. И тетя это очень хорошая, добрая. То есть вот так вот, понимаете, все как-то душевно здесь, не знаю. Поэтому, если вы планируете приехать в Баку летом, обязательно приезжайте. Вы будете в восторге, честно. Вам очень понравится. Я ездила раньше на отдых, а теперь я здесь живу. То есть вот так вот. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр.